Друзья, всем привет! Сегодня у нас особая миссия. Начнем видео с зарыбления, так сказать, точнее, с запуска определенных особей в этот водоем. Они были вчера собраны на Волге. Успешно я их довез. Сейчас буду запускать. Хочу, чтобы на данном прудике, здесь прозрак есть, вода чистая, в принципе, вот, развелись раки. Кто меня поддерживает, ставим. Сами знаете, что пишем комментарий. Ладно, приступаем к запуску. Рак разного размера, есть крупный. Вот смотрите какой. Давай, друг, отправляйся в новую стихию. Ну, эй, уважаемый. Давай, 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 иди. Мы тебя отпускаем, добрый путь. Сидит. Сейчас будем следующих запускать. Два. Три. О, пошел. Дружище. Поползли, поползли. Ой. Четыре, пять. Давай, разведывайте. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, и вот 31 пошел. Вот так и стоит в ямке. Вот. Расползается потихоньку. Кто куда. Сейчас муть уйдет. И не займет свою нишу в данном водоеме. Вот так вот. Запуск небольшой, 30 штук, но по-своему он радует. Расползаются раки. Вот они. Большой пополз тоже, вот видите. Потихоньку вот они все поползли в новую среду, в новый дом. Ну, это может только радовать. А мы сейчас поедем, попытаемся порыбачить. Хочу посидеть на карпа. Не знаю, что из этого получится. Есть прудик отличный с диким карпом.
ни рыбхоз, ни зарыбление, ничего. А вы, друзья, давайте успешно размножайтесь. Вам пока от Петровича. Лазит, лазит тут потихоньку. Пробирается в траву. Вон там пошел. Видно, надеюсь, вам данного товарища. Тут где-то он ползает в травушку. Вот он. Пошел в новый дом. Делайте добро. Запускайте тоже. Ладно, погнали.